Ой, да ничего ты не понимаешь. Ну, ёпта мой, последний мяч прокололи. Чем играть теперь будем? Сергей Иванович, я как чувствовал, у меня мяч есть, давайте им. Да, ну, какой клуб, такие мячи. Придется этим играть. Я, конечно, не знаю, что это сейчас было, но победила команда синих со счетом 20-0. И все 20 мячей забил серый. Хотя я вообще его на ворот хотел поставить. Спасибо, Сергей Иванович. Я понял, что мое место в атаке. Серый, ты самый худший футболист в нашей команде. Что это вообще сейчас было? Да просто моим мячом играли. Ага, он, видимо, специально сделан для кривоногих. Дяденька, я хочу купить вот этот мяч. Неужели я дожил до этого момента? Этот мяч стоит здесь уже 30 лет. И вот, наконец, он нашел достойного владельца. Да ладно вам, это же всего лишь обычный мяч. Это не просто какой-то мяч, а особенный. И кто его полюбит, станет лучшим бомбардиром всех времен.